Добрый вечер. В студии Галин Солодовник. В ближайшие сутки погода в Латвии будет определять область пониженного давления. И этой ночью преимущественно на востоке ожидается кратковременный дождь и гроза. Ветер слабый, во время грозы порывистый. Температура от 12 градусов в Лепае до 17 градусов в Цесисе. Днем практически везде дожди с грозами, в некоторых местах сильный, возможен град. Ветер умеренный, но во время грозы порывы могут достигать 20 метров в секунду. Воздух прогреется на побережье до плюс 16, плюс 19 градусов, на остальной территории плюс 22, плюс 24. В Риге дождь ожидается в первой половине ночи, затем облачно с прояснениями, столбик термометра опустится до 16 градусов. С утра в столице облачно, но во второй половине дня ожидается дождь и гроза. Воздух прогреется до плюс 24 градусов, а тип погоды третий, неблагоприятный. О погоде все. До свидания.